друзья. Ну, мы вам сегодня обещали немножко необычный состав, необычное качество. Это для тех, кто видел объявление моих социальных сеточков. Дорогие друзья, это даже здорово, потому что сегодня играют мои давние друзья, музыканты, которых я очень люблю. Сразу же хочу представить вам тех, кто будет для вас сегодня играть. Это Феликс Лафрутье, пятиструнная электроскрипка, папа фанка у нас в стране, который в свое время меня на него подсадил. В то же время абсолютно классическая джазовая школа налицо, ну, универсальный и плавает просто в этом во всем. Дорогие друзья, Ивана Валяни, барабаны. Сейчас у нас сразу начинается такой сюрприз. Рус Твирада, это наш гость, это наш друг, он сегодня сыграет на контрабасе первую композицию. Поприветствуйте его и поблагодарим за то, что он к нам специально приехал, и мы его ждали в гости, и это свершилось. Дорогие друзья, сейчас мы вам сыграем Love for Jazz, и там будет джазовая история. Меньше поставим, больше играем, там, где начинаются слова, музыка заканчивается. Кажется, как пройти к роялю. Для вашего визуального удовольствия дочка фанка Анна Королева. Thank you.
Дорогие друзья,
однажды была написана композиция, которая называется «Мечта аспиранта». Почему? Да потому что мы учились в аспирантуре, надо было что-то Игорю Михайловичу Бреду сдавать. А мы очень сильно дружили с Женей Степановной, мы как-то решили вдвоем сыграть. И как ни странно, но вот с тех студенческих пор она так у нас замечательно прижилась, сохранилась. И с большим удовольствием сейчас для вас, дорогие друзья, мы сыграем «Мечту аспиранта». Но сначала хотелось бы сказать, что на любом музыкальном языке органично разговаривать. То есть можно просто его заучивать, а можно разговаривать. Мне такое ощущение, что нам интереснее делать второе. Thank you.
Wow, 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 wow
Сейчас для вас спиритчел, который называется «No body knows the trouble I've seen». Это очень старый традиционный спиритчел. Иногда спрашивают, чем от госпела отличается. Ну, очень просто. Спиритчел – это ансамблевое пение, в основном акапелла. А госпел – это же сольный, там, с хором и с аккомпанементом. Вот, но мы будем с аккомпанементом. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Спасибо, дорогие друзья. Это было Кабьюз. И сейчас мы хотели бы для вас сыграть один соло, потому что все-таки сегодня рождественское сочинение, и в награду за прослушивание настало время красивых мелодий. Ты любишь красивые мелодии?
Спасибо, дорогие друзья. Чувствую вас и слышу. Спасибо. Сейчас у нас для вас две рождественские песни. Загадывайте желания, пусть они у вас бывают все самые хорошие, самые такие замечательные. Пусть весь год вам принесет радость, новые достижения, удачи. Дорогие друзья, госпел, который называется «All people will be together». Yeah.
этого не меньше. Дорогие друзья, с Рождеством вас, чтобы все было замечательно. Еще раз вам с удовольствием представляю любимых моих музыкантов, моих замечательных друзей, коллег. Феликс Лахути! Ура! Ура! Феликс Лахути, скрипка, вокал. Игорь Иванушкин, контрабас, дорогие друзья. Иван Валяни, барабаны. Сегодня наш гость, специальный номер, Рус Мирадо, контрабас, дорогие друзья. Поблагодарим его. Все остальное ваша Анна Королева. И напоследок мы вам споем What a Wonderful World. Yeah? Thank you.
всегда ваша Анна Королева. Спасибо, что были с нами. С Рождеством вас!